Это для истории. Значит, это пришли первые посетители посмотреть на теплицу и покушать инжира. Но инжира еще нет, теплица еще не готова. Но они полны оптимизма. Вот. Ну-ка, отойдите. Подумали, что это какие-то люди стоят сначала, да? Два больших человека, укутанных, монстры. Ну, короче, вот такая теплица. Все, можете побегать, выходите, закрывайте двери. Выходи, закрывай. Все, теперь ждем погоды, накрываем ее и раскутываем инжир. Кто тут дал ты? Масик и Лирик. Все, комиссия, короче, пришла, не приняла, потому что не готова. Ну, приходите через неделю.